Сон, учеба, работа, дом, сон. Сейчас все страдают однообразностью своей жизни. То, что было вчера, повторится сегодня, будет завтра и настигнет послезавтра. Нет никакого разнообразия. Жизнь сера и скучна. Делать что-либо лень. Так она и проходит день ото дня в ожидании чего-то интересного. В ожидании, а не в создании. Все, кому лень что-то менять, или те, кто ждет, что все изменится само, обречены существовать, а не жить. Именно существовать. Люди сами своей ленью загоняют себя в этот пустой водоворот однообразия. Однообразные дни, однообразные действия, однообразные друзья, однообразные эмоции и чувства. Все это не изменится просто так в ожидании. Для всего надо прикладывать усилия. Пойти и с кем-нибудь познакомиться. Сделать что-то интересное и полезное. Найти какое-нибудь хобби. Почитать полезную книгу, которая мотивирует на что-либо. Кстати, такие книги вы можете найти в нашем сборнике лучших книг для саморазвития. Ссылка в описании под этим видео и в закрепленном комментарии. Никто не знает, когда он умрет и от чего. Случайности, происшествия, убийства или болезни. Надо жить сегодня, но при этом не забывать о последствиях в будущем. Ведь когда-то оно может наступить, и вам придется отвечать. Не ленись. Начни делать что-то уже сегодня. Откладывая на завтра, проходит жизнь. Завтра может и не наступить. Не будь посредственным человеком. Стремись к большему. Соображай масштабнее. Создавай на века. Действуй.